Каким образом дневник путешественника во времени по Звенигороду смог привести на Красную площадь? Ну, на самом деле все очень просто. Здесь проходит 10-й книжный фестиваль, и здесь собрались лучшие книги этой страны. Пахнущий типографской краской дневник путешественника во времени составляет единую смысловую серию с книгами о звенигородских промыслах, о шиховских мастерах и их инструментах. Книги на Красной площади представляет издатель Яна Поляруш. Я искренне завидую людям, которые сюда просто ходят как посетители, потому что очень много интересных встреч, такие, знаете, единичных по жизни, может быть, вот, которые не только подсвечивают книги, а вообще само личное общение, послушать и этим зарядиться, вдохновиться. Встречи с писателями, артистами, мыслителями современности, а еще 100 тысяч книг на развалах. Вот что такое книжный фестиваль. Яна Поляруш говорит, главный вывод после 4 дней работы на Красной площади – вкусы современного читателя по внешнему виду никак не определить. Пенсионер купил книгу о современном романе, об отношениях в интернете. Понимаете? Да. Вот. Или, например, молодежь листает альбомы с фотографиями 40-х, 60-х годов. Понимаете? То есть очень часто, и мы вот прям уже поняли, что по одежке, по внешнему виду вообще ничего ты не поймешь о человеке. Стенды с книгами разбивались по жанрам и по географии. Звенигородское издательство с честью представляло Московскую область и Одинцовский округ. Все-таки выставиться со своими изданиями на самой известной площадке страны – это не столько вопрос продаж, сколько статуса. Тимур Гайсин, телекомпания «Одинцова».